Здравствуйте, меня зовут Прохорова Вероника, и мне 11 лет. Я живу в России, в городе Екатеринбург. Учусь в 5 классе. Хожу на восточные танцы и в художественную школу. Сегодня я хочу показать вам мою работу, которую я назвала «Путешествие по Японии». На ней изображен замок Химэдзи, а на первом плане изображен японский журавль. Я решила нарисовать его, потому что это моя любимая японская птица, которая занесена в Красную книгу. Я нарисовала японский замок, потому что я люблю японскую архитектуру, культуру и природу. Надеюсь, когда-нибудь попасть в Японию. Надеюсь, вам понравилась моя работа в графике. Большое спасибо за внимание. До свидания.